Приветствую вас, Наталья. Если отвечать кратко на ваши вопросы, два. Первый вопрос, правильно ли вы поступаете, то я бы сказал так, что насчет правильно или неправильно, я не знаю, потому что это решать только вам, но я не знаю ни одного случая, когда перерыв в общении мог бы как-то вот помочь, да, без, ну, без каких-то системных решений. Вот. То есть просто пауза, она, ну, она создает ощущение, например, что, там, ну, что человек может скучать, допустим, вы можете скучать без человека, да, к примеру, вы можете скучать, вот, да, вы можете соскучиться по нему, безусловно, вот, он может там, ну, без вас соскучиться, но что произойдет дальше, то есть скука это такой момент, да, вот, что не решает проблемы никакой, по сути, то есть не решает никаких моментов, вот, не дает никакой, условно говоря, пользы, вот. Дальше, возможно ли сохранить семью? Нет, ну, возможно, конечно, безусловно. Только если вы, наверное, будете пытаться сохранять не семью, как это сейчас вы делаете, а если вы будете пытаться наладить отношения именно с мужчиной, вот. Потому что, ну вот, то, что вы описываете, да, вы как будто бы вообще, на мой взгляд, своего мужа не слышите, вот. То есть он довольно-таки четко говорит о том, что его заебывает, он довольно-таки четко говорит о том, что его там какие-то вещи не устраивают, вот. Но не совсем понятно, да, вот что вы с этим собираетесь делать. То есть вы говорите, что хочу там семью вернуть. И я вас понимаю, но делать-то, что вы будете с тем, что вашего мужа там словно не устраивает, вот, ведь это же просто так не уйдет, просто так не исчезнет, вот. То есть смотреть нужно на причины, вот, ваших проблем, смотреть нужно на ваши отношения, ну, то есть делать анализ ваших отношений, вашего поведения. А вот нужно вообще отношение к мужу, отношение мужа, вот, его желание или нежелание налаживать, собственно, с вами отношения, ну, потому что, я надеюсь, вы понимаете, да, что если, там, допустим, он этого, если не хочет, вот, если он не хочет налаживать отношения, то вы сами мало что сделаете. Вот, вам желательно для себя определить, почему вы хотите сохранить семью.
То есть нужно понимать, что если вы хотите сохранить отношения, то это можно делать там, по нескольким причинам. Вот, и большинство причин, по которым люди это делают, они делают это для себя. Вот. Они это делают для себя. Они не делают этого для своего мужчины, вот. Ну или для своего партнера. Не обязательно мужчина, они не делают это для своего партнера. Вот, то есть их не очень, в данном случае их не очень заботят о счастье их партнера, вот их больше заботят о свое собственное счастье. Вот, я не считаю ни в коем случае, что это плохо, вот, то, что человек заботит свое собственное счастье, это здорово. Вот, но мне кажется, что это собственное счастье свое, да, оно не может быть в зависимости от другого человека. Вот. Мне кажется, эта позиция, она очень деструктивна по своей природе. Вот. Поэтому вам желательно посмотреть, чего вы хотите в контексте вот как раз своего мужа, да, то есть что вам нужно, чтобы чувствовать. Вот вы говорите, например, что вы его любите, да, вы говорите о том, что вы любите своего мужа. А как, например, это проявляется, вот то, что вы его любите, как это проявляется, как вы выражаете то, что его любите, вот. То есть, уверены ли вы, что он вот знает о том, что вы его любите? Вот. Это, ну вот, такой достаточно важный, как мне кажется, момент, потому что многим людям довольно-таки сложно выражать свои чувства. Вот, многим людям весьма проблематично это делать, вот, и, соответственно, человек думает, что он высказывал и говорил партнеру о том, что он его любит, а на самом деле партнер думал, что думал, что как бы его не любят, я уверен, был, что его не любят. Вот. А важно, конечно, еще и, как мне кажется, тот аспект, принимаете ли вы вот своего мужа с его, скажем так, некоторыми особенностями, например, ну, например, такие особенности, да, что он не любит, ну, что его может заесть быт, вот, потому что, если вы, например, как-то вот, ну, если вы как-то будете ожидать, что он изменится, да, вот, например, если вы будете ожидать, что он, там, не знаю, будет вести себя как-то вот, ну, по-другому, да, если вы ожидаете, что он изменит свою позицию, вот, то эти ожидания могут быть разрушены. То есть вам стоит признать, что ваш, ну, ваш муж, да, это человек, который с которым у вас несколько разные представления о бытии, о бытовой жизни, и то, что устраивает вас, не совсем устраивает его. Вот, вот мой коллега, например,
Кудряшов Игорь Леонидович сказал, что мужчина ведет себя как ребенок, достаточно безответственно, и я ни в коем случае не спорю, но я смотрю на эту ситуацию таким образом, что мужчина может не захотеть меняться, мужчина может не захотеть как-то видеть в этом проблему, и вот что будет тогда, что в этом случае вам делать, это тоже очень важный вопрос. Вот, поэтому на эти моменты я хотел бы обратить ваше внимание. Самое главное, как мне кажется, заключается в том, что вы своего мужа воспринимаете именно и только как мужа. Вы не воспринимаете его как личность, вы не воспринимаете его как человек. И ваша цель — сохранить семью, а не наладить отношения. Сохранить семью — это значит удержать определенное положение. Наладить отношения — значит услышать другого человека. Я не уверен, что сейчас вы готовы его услышать. Следующий важный момент, на который хотел бы обратить ваше внимание. Это момент, связанный с тем, что вот, тот факт, что у вашего мужа появилась любовница, вот, он, безусловно, для вас такой травмирующий. Это нормальная история, что вас это может травмировать. Это абсолютно нормально. Вот, это задевает очень сильно, это может понизить самооценку достаточно сильно, это может вырвать почву из-под ног, это тоже правда. Вот, поэтому, дабы эта история, история его измены, история появления любовницы не повторилась, вам нужно травму прожить, вот, чтобы она вам не мешала. Вот. Ну, в смысле, чтобы она не влияла на ваше поведение. По поводу любовницы, того, что любовница старше, я думаю, что вот с точки зрения просто какой-то вот поведенческой, да, вы своему мужу, как это ни странно, давали много свободы. Вот, многим людям достаточно тяжело быть со свободой, им нужны какие-то жесткое ограничение, вот, потому что человек, ну, не очень, скажем так, себе доверяет. Вот, и вы вполне могли своему мужу давать такую вот свободу. Свободу слишком большую для него, свободу неприятную для него, вследствие чего он начал тяготеть к человеку, который, ну, более четко знает, чего хочет, более четко дает себе отчет в том, что ему нужно человеку, я имею в виду. Вот, и, соответственно, на это уже делает в данном случае свою ставку.
как мне кажется. Вот, поэтому вот в чем опасность травмы, да, почему вот я говорю про травму и так далее, потому что вы можете начать сравнивать себя с этой женщиной, можете начать считать, что она чем-то лучше вас, вот, и в итоге пытаться быть похожим на нее. А вам нужно разобраться в том, готовы ли вы принять своего мужа и готовы ли вы, можете точнее ли вы без какого-то такого, ну, без жертвования собой, да, можете ли вы, там, условно говоря, дать мужу то, что он хочет. Вот, потому что не у всех людей это получается. Мы все разные, и мы все имеем достаточно разные ресурсы, поэтому нужно к этому относиться очень чутко. Вот. Достаточно пропустить несколько моментов, и в принципе все, все пойдет по наклону. Вот. Поэтому старайтесь это, пожалуйста, иметь в виду. Чтобы вы могли сделать сейчас, это, пожалуй, рассказать мужу о своих чувствах, потому что по вашему поведению у него может, как мне кажется, складывается такое впечатление, что вы, ну не знаю, либо принимаете его позицию, либо потакаете ей, либо готовы как бы его в любой момент времени вернуть. Мне кажется, что это, ну, мягко говоря, не самая хорошая история, потому что так муж будет думать, что, ну, вообще говоря, ему, ну, можно все. Вот, мне кажется, что это позиция на крайне деструктивная. Вот, мне так кажется. Поэтому я думаю, что очень важно, чтобы вы донесли до своего мужа свою позицию, очень важно, чтобы вы донесли до мужа свое отношение к этой ситуации, очень важно, чтобы вы донесли до мужа то, что вы чувствуете, вот, и вполне вероятно, как раз, что вы не очень хорошо представляете себе то, что вы чувствуете. Вот. Вполне вероятно, что вы не очень знаете, что вы чувствуете, не очень понимаете себя. Вот для этой цели как раз, вот для этой цели как раз для того, чтобы лучше понять, что вы чувствуете, да, вам, вероятно, и нужен как раз таки психолог, вот, который помог бы вам как-то вот поисследовать эту ситуацию в целом, вот, как-то помог вам, ну, разобраться. Вот, потому что сейчас вы сами не знаете ни что чувствуете, не знаете ни что вам дальше делать, то есть некоторая такая растерянность. Вот, ну, как бы, нужны приоритеты вам, нужна цель вам, вот, нужны, как мне кажется, ценности. То есть, ну, вот, на что вы опираетесь при, там,
при выборе своего поведения, да, на что вы опираетесь. Нужно это, как мне кажется, вот. И, соответственно, уже в дальнейшем вам будет легче как-то вот полагаться, да, на себя, вам будет легче ориентироваться на себя, и меньше уже нужно будет поддержки. Вот, повторюсь, главное, чтобы вы отдавали за себя отчет в том, что вы хотите, чтобы вы разделяли себя и своего мужа, ну вот, чтобы вы в какой-то степени осознавали свою ценность, потому что это важно, вот, и чтобы вы не действовали как-то вот, ну, например, против себя, то есть против своей воли, чтобы вы себя не ломали, вот, чтобы вы себя не пересиливали, чтобы вы себя не принижали, не унижались. Вот, это очень важный, на мой взгляд, момент. На этом, в принципе, все. Я бы хотел только, пожалуй, спросить у вас последнее. Что между вами общего с мужем? То есть, что вас связывает с ним? Мне кажется, это очень важный аспект ситуации, потому что от того, что вас связывает, в общем-то, вполне может зависеть будущее ваших отношений. На этом все, надеюсь, что помог. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Буду благодарен за отклик по моему ответу. Это послужит началом вашей работы над собой.